В микрорайоне Солнечный 28 февраля собрались металлурги, представители администрации, студенты и школьники. И просто неравнодушные, чтобы почтить память Алексея Алексеевича Угарова. В 2013 году в этом красивом месте города был установлен памятник Алексею Алексеевичу. И вот с того года староскольцы в этот день приходят к этому месту, чтобы поклониться человеку, отдать дань памяти, и это стало общегородским мероприятием, поскольку слишком много добрых дел Алексей Алексеевич сделал не только для комбината, но и для города. Жизнь Алексея Угарова, его трудовая деятельность стали примером служения своему делу, людям и городу. Староскольцы каждый год будут продолжать это уже заложенную традицию, но наша задача передать эту традицию молодому поколению, чтобы она продолжалась всегда. Все выступавшие в этот день вспоминали об Алексее Алексеевиче как о настоящем профессионале металлургии, сумевшем удержать предприятие на плаву в 90-е и вывести его на новый этап. Спасибо за все, что он сделал. Спасибо за те традиции, которые он заложил. За тот дух именно стальной коллективе. Огромное спасибо ему и низкий поклон. Директор Староскольского НИТУ МИСИСа Василий Макарович отметил трудолюбие Алексея Алексеевича, его активное участие в развитии города и металлургии. Действительно, это героическая фигура буквально во всех, так сказать, направлениях. Будь то высочайший профессионализм, будь то чисто человеческие качества. И действительно, для наших студентов, для жителей нашего города, это яркий пример вот того самоотверженного служебного долга перед горожанами, перед жителями области. Большая ответственность лежит на преподавательском составе института. Готовить таких угаровцев, преданных своему делу людей. Митинг завершился возложением цветов к памятнику.